Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Люди, которые имеют буквы «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния, готовы идти к поставленным целям любыми путями. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственны для этого имени. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Этому человеку важно найти свой собственный путь в жизни. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Вера в духовность и высшие силы у этого имени тоже особенные. Часто встречаются атеисты. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Мечты этих людей связаны с реальностью. Они не летают в облаках, а напротив, четко планируют и делают тонкие расчеты, позволяющие достигать цели и поддерживать организованность своей жизни. Рядом с владельцем этого имени проявляется много факторов, которые несут денежную энергию и финансовое благополучие. Также эта личность символизирует удачу в сделках. Достаточно просто пригласить его на беседу с партнерами, и можете быть уверены, что сделка состоится с максимальной выгодой. Энергетика владельца этого имени даст вам спокойствие и трезвость соглашений. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.